Так, вот где под ожоркой Рудового остаются вот такие темные следы. Видите? Опять же, если орех у вас нормальный сорт имеет, видите, небольшое совсем педикулярное отверстие. Оно тупо не может внутрь залезть. Вот так вот. Так что смотрите, что вы садите. Я говорю, никаких больших отверстий, потому что если упадут, они орехи мигом темнеют. Так, если у вас маленькое пеникулярное отверстие будет, ядро светлое, даже если оно у вас там неделю полежит на земле.